осмотр Касабланки начинаем с грандиозной мечети Хасана номер 2, который еще недавно работал королем-диктатором с 1961 по 1999. Умер на троне. Несмотря на нищету подданных, король Мулай Хасан Алуи был миллиардером. Подавив два военных переворота, едва оставшийся в живых король удостоился грандиозной мечети имени себя. Строительство началось 12 июля 1986 года и закончилось в 1989 году к 60-летию самого короля. Общая вместимость составляет 105 тысяч верующих. Высота минарета 210 метров. Далее переезд в Рабат, столицу Марокко. Для краткости рассказа главное. Посещение башни Хасана, мавзолея Мухаммеда V. Казбы Удая – это цитадель периода Альмахадов. Некрополь Шелах сохранился до наших дней в виде развалин, заросших густой растительностью династии Меренидов и Королевского дворца. Преодолев 177 километров, въезжаем в Волюбилис. Здесь находятся руины столицы африканской провинции Древнего Рима, носившей название Мавритания Тангитанская. Волюбилис известен своим сохранившимся с древних времен мозаиками. По дороге в следующий имперский город Фес остановка в Мекнес. Осмотр остатков города султана Мулая Исмаила династии алавитов, Медина, медресе и ворот Боб-эль-Мансур.